свидетельство. Да, наше. Такие просто чудеса, прям больше уже не хочется свидетельствовать. Вот, но просто я думаю, что все равно, какие бы ни были чудеса, это чудеса Божьи, они все равно одинаковы все. Amen. Они же чудеса. Вот, и я пришла в церковь в эту... Пять с половиной лет назад. И когда я начала сюда ходить, это мое свидетельство, оно, наверное, коснется больше даже людей, которые только пришли в нашу церковь, и, молодежи. Почему? Потому что, когда я пришла в церковь, у меня вся моя семья, она стала, естественно, против. Вот. И самой больше всех у меня против была мама. Вот. И она рыдала в истерике. Куда такой... дочь попала? Да, она говорила, это молодая, секта, доченька, это секта. Ну, конечно, я тоже думала, боже, я тут всегда попала. Вот, потом, слава Богу, за Бога, я приняла решение, что я буду ходить и маме не рассказывать. Вот, но потом в итоге она все равно узнала, но она опять начала плакать, у нее была жуткая истерика, то что это, секта, у нас заберут квартиру, которой нет, денег, которых нет, все заберут. Вот, и тогда я просто, говорю, мам, давай так сделаем, да, что я буду ходить, а ты будешь на меня смотреть, и если что-то плохое со мной произойдет, все, ты одно слово мне скажешь, и я уйду, я не буду ходить. Но если что-то будет хорошее в моей жизни, меняться, то ты придешь со мной. И, она иногда ходила со мной, и, знаете, в этом году... В 2012 году моя мама приняла Иисуса. Мы даже сегодня с ней... Вам придется подняться. Мам, встань, я же тебе говорила сегодня. Мама Маша. Спасибо вам большое. Спасибо за тщательное исследование и взвешенное покаяние. Да, сегодня мне мама покаялась, она всем рассказывает. Да? Да, и Бог действует во всей моей семье. Покаялась двоюродная сестра, рядом ее семья, да. И, Бог, Он спасает, Бог верный. Вот что я поняла, Бог, Он верный. Представляете, мы сегодня с мамой разговаривали, она говорит, я говорю, мама, ты представляешь, ты приняла Иисуса Христа, ты молишься на языках, ты ходишь на церковь, она еще другим рассказывает, что у нас так здорово, что там есть пастор, там есть чем заняться молодежи, хотя она так, я просто с тобой хожу, вот, но слава Богу, мама верит в Иисуса, я не знаю, слава Богу, и я верю, что вся моя семья, она будет верить, потому что Бог сказал, спасешься ты, и спасется твой дом. Спасутся все наши семьи. Да. Бог верный, и я знаю, я покаялась, я прочитала вот это место, знаете, и я просто сказала, что вот так оно будет, вот Бог сказал, если, спасешься ты весь твой дом, все, и я помолилась, а потом, честно, я даже не молилась за это, только когда мы в списках писали, я всегда писала свою семью, но я молилась за них, за всех, вот, поэтому Бог верный. Аминь. И вообще, спасибо. Слава Богу. Спасибо, поздравляем еще, мама, у вас хорошая дочь, замуж в следующем году, согласны? Все. Тогда и папа придет.